Здорово, народ, я уже восстановил свой компьютер, хотя бы немного, поставил сюда Vegas и пробую заново делать какие-то футажи, монтажи, пресеты и так далее. У меня все подчистую слетело, и поэтому есть небольшая проблема. Самое ценное, что там было, это готовый ролик на Боброграде. Но ничего, я уже записал новый материал и смонтировал его. Проблема заключается в том, что мой голос у вас будет мелькать то в правом немного, то в левом ухе. Это не супер критично, я попробовал выровнять, но получилось как получилось. Это будет только в этом видео. Остальным я уже все обещаю исправлю. Если что, я играл на нашем сервере Боброград. IP, группы ВК и так далее, а также возможный промокодик будет в описании. Сегодня мы побываем на нескольких жалобах, накажем каких-то донатных идиотов и просто поржем. В общем, будни ночного администратора сегодня во всей красе. А, ну и монтажик поправил чуть-чуть, поэтому, думаю, теперь визуал будет приятнее, чем обычно. Ты не догадался, кто это? Ну, это обычный музыка, блядь. Это скелепарь. А я, пожалуй, возьму из того, что есть. Понял. Спасибо. Я полностью снес все свои файлы с наработками, которые у меня были за весь 22 год. Вы не представляете, насколько я сейчас зол. Я готов реально рвать и метать. Я в данный момент, ребята, испытываю вселенскую боль. Я чувствую абсолютно за весь мир. И поэтому было бы неплохо все это выместить за госпрофессию. Почему бы и да? Ведь я могу быть сукой. Соблюдая, конечно же, правила сервера, на котором я играю. Беру вот этот карабинчик и вот этот автоматик-пистолет. Мне, кстати, надо сроки ареста глянуть. Если вы любитель поиграть на госпрофессиях, то сначала рекомендую вам ознакомиться с таким правилом, как сроки ареста. Это правило не особо большое, но ознакомившись с ним, вы можете уберечь себя от попадания в бан за нарушение правил ареста. Посматривать, что происходит в городе. А кто написал, что КПП не общественное место? Что это значит вообще? Ну просто могут некоторые люди по-своему воспринять слово не общественное место. Вход воспрещен, ну, просто да, лучше да, сделать. Мэр, можно поосматривать людей? Письменное разрешение можете выдать на это? Спуститесь, пожалуйста. Спуститесь. К стене лицом встаньте. К стене лицом. Побежите куда-то, открою огонь. 2 минуты, гражданство часа не прошло. Лицом к стене. Еще 2 минут от комендантского часа. Ну, я все прекрасно понимаю, вас никто не сажает в тюрьму. Я вас осмотрел, свободен. Вот оно стоит. Лицом к стене. Лицом, или я открою огонь. Раз, два, три. К стене. К стене. Дурак. Маньяк, ну ладно. В стене. Я жгу евреев. С чего? Я тут живу у них. Нет, вышел. Вышел. Чего? Вышел. Слышишь, раз. Медик, я у вас. Два. Что? Ну, дай мне выйти, это читай, орешь истеричка. Оскорбление госсотрудника. Да чего же наивный дурак не знал, что это ФРРП? Какое оскорбление? И что? Оскорбление, нахуй. Поймал. ТП к себе. ФРРП. И что? Ты свою жалобу разбираешь? Стоять. Ты свою жалобу разбираешь? Я тебе срок выдаю. Да? Я тебе выдаю срок. Нет, ты мне не выдаешь срок, ты сейчас подаешь жалобу, как нормальный чел. Ты свою жалобу разбирать не можешь. Схуяли это. А кто подавал жалобу, чтобы я ее разбирал? Никто. Есть там вопросик один. Чела, которого я тэпнул, у него ФРРП выходит. Он признал такого? А причем признал, не признал? Это ситуация со мной связана была. Да кого ФРРП? Просто жалоба на другое. Да вот, сейчас я тэпну его. Чапаш. Вот, у него получается ФРРП. Потом, если у вас на него жалоба или с ним там она проходит, то потом он в конце выдаю ФРРП. Максимально. Тот Гениус, кстати, на свою жалобу разбирает, держу в курсе.
Что с такое? Я сейчас хочу. Да. Хочешь, я тебе еще добавлю неадекватное поведение, но что ты ничего кроме этого не говоришь? Все, друг, у меня неадекватное поведение. Ты нарушаешь правила, разбираешь свою жалобу. Ну вот видишь, ты ничего кроме этого не говоришь, кроме как разбираешь свою жалобу. Разбор своей жалобы идет, если он. Да нет, он просто тупой, он не понимает, что такое разбор своей жалобы. Это когда жалобу подали. Свою можно. Фиксируйте. Что фиксируете? Жалоба на себя, если на него подали жалобу. Ну если ты реально читать не умеешь, и ты не воспринимаешь правильную инфу, которая написана в правилах. Я что сделаю? Ну так что? В чем проблема? Фир РП у тебя, все. Короче. Добавочный там уже от них. Я не с тобой разговариваю, закрой свой рот. А, или что, ты меня как опять убьешь и нарушишь кучу правил? Да захлопни все, ебальник слышите, свой, да сука. Хватит, алло. Хватит. Адекватнее ведите себя. В общем, тихо, пожалуйста. Жалоба на тебя. А по поводу того, что, получается, незримый напал вот на этого человека, ты подлетаешь на крышу, или куда я там точно уже не помню, и начинаешь помогать незримому. А зачем ты ему начал помогать? С нон-РП я не прогадал. Я не помню. Смотри, да, я рассказал. Ты с ним до этого как-то связывался? Нет, там, по-моему, меня то ли выстрел полетел, но я не помню, почему я стрелять на это. Короче, а когда было? На крыше, ну, буквально минуты 3-3 назад. А посмотри, в него меня прилетал дамаг от него первым или нет? Чтобы сэкономить время, давайте я вам сам расскажу, что там произошло. После того, как он меня убил, он ввязался в еще одну перестрелку, но уже на улице с каким-то другим челиком. Начнем с того, что он к этому челику никак не относился, по которому начал стрелять. И на этом, в принципе, можно и закончить. И это нарушение правила нон-РП, а возможно также фридамага или фрикила. Но это уже смотря как далеко зашла перестрелка. Это один из форменных микроболванов с донатом, которых вы могли, наверное, встретить в других моих роликах на остальных серверах. Отличаются они тем, то, что у них не так много доната, а также они улетают на куда больше срок, чем на остальных серверах. Если на рандомном серваке за нон-РП дается около 10 минут, то тут можно спокойно выхватить все 60. А теперь ты расскажи, почему у меня фир РП и нон-РП. Ты оружие убрал, стоял с наручниками. Ты со мной не разговариваешь, я не буду тебе нихуя объяснять. А, ну я на тебя жалобу просто подам туда в дискорд-канал, хорошо. Ну давай, если у вас какие-то ссоры, вы потом определитесь. Да не знаю, что-то он цепанулся. Сейчас я на него просто жалобу кидаю и все. Нет, жалобу кинул, пожалуйста. Меня это не волнует, что у вас произошло. Я, можно скажу, меня не волнует, что вот просто не надо засирать мою жалобу, хорошо? Ну вы ж пока демку смотрите. Чел этот Зирви, топ-1 по адекватности, кстати. Могу тебе пока рассказать, что с этим было? Ну, просто так, ситуацию. Ну, скажи, что за реально я нарушил или нет? Короче, я в аптеку захожу в этот момент. Захожу в аптеку, этот приходит, говорит, типа, выйди. Я выхожу, стою к стене, он начинает говорить то, что, типа, ты сейчас арестован будешь за то, что не в каче дома. Он берет наручники, короче, ну, у него оружия в руках нет, я отхожу, беру дроп, расстреливаю его. Говорит, что здесь фир РП и нон РП. Где нон РП? Ладно, фир РП может и есть. Возможно. И то спорное оружие у него в руках не было. Значит так, я его вижу в коридоре цемента, я ему угрожаю оружием, чтобы он стал лицом к стене, он берет, забегает в дом и начинает говорить, что он тут живет. Я ему несколько раз говорю, чтобы он вышел, и как только я начинаю отсчитывать, он уже все-таки слушается. Ну и что, и по итогу я вышел же? Да, ты по итогу вышел, ты встал лицом к стене под угрозой оружием, и ты взял просто сбежал с этой РПшки по факту. Тут либо уже фир РП, либо нон РП. Либо если я очень сильно захочу, то будет и то, и другое. Из рук убрал, и оружие из рук убрал, у меня вот. Выбора не было. И получается, выбора не было, у тебя кроме как стоять просто и терпеть, потому что на тебя действует правило фир РП. У тебя нету расширенного фир РП, как у маньяка или же СБГ с его расширенным ПГ. У тебя оружия в руках не было, чего мне бояться наручников? Ну, конечно, я его на пару секунд убрал, а ты сразу же этим заобузил. Ну вот, все. Ну, подожди, стой, пич. А то есть, подожди, по-твоему, если я убираю оружие, на тебя в этот момент уже все не действует, фир РП? Я тебя еще раз спрашиваю, чем мне бояться наручников в твоих руках или чем мне бояться? Не, я тебе прямой вопрос задал другой. Ну, то есть, фир РП здесь трактуется так, что если чел в какой-то момент на секунду оружие убирает, то все, бояться нечего, можно убегать, просто ливать с РП. Че? Какой лифт? Ну, ты ливнул, побежал по своим делам достать оружие, постреляться. Вот, это, получается, ты ливнул из этой РПшки ареста и обыска. Ну, так ты не ответил на мой вопрос. Ну, ты не ответил на мой вопрос. Смотри, если еще раз проигноришь этот вопрос, я тебе уже выдам неадекватное поведение. И вообще-то мне 2 минуты назад сказал, что со мной общаться не будешь. О чем ты? А при чем тут это?
Ну, я создал. Теперь заинтересован в том, то, чтобы что? Ограничить тебе игру на серваке. У тебя будет... Нет, не адекватность, а помеха разборкам. Последний раз задаю тебе вопрос. То есть, по-твоему, ФРРП... По-твоему, ФРРП трактуется так, что ты можешь в какой-то момент, когда кто-то уберет оружие, просто забить хуй на РПшку, да, и убежать? Я ответил на него, если читать не умеешь, то это не моя проблема. А, хорошо. Рулабус. Что? Абус? Рулабус у тебя теперь дополнительно. Рулабус и ФРРП. Пич, еще вопрос. Не, ты посмейся, но мне тут вообще смеяться не с чего, если бы у меня такой вердикт был. И не забывай, что я как бы сейчас выявляю нарушение в той ситуации, которая между нами была, а не какой-то другой админ. Хочешь еще поговорить? Пожалуйста. Потом тебе просто еще больше срок от него прилетит, потому что я уже выявил несколько нарушений. Изи, сука! Я тебе говорю, я просто на тебя в Дискорд жалобу. Да, можешь говорить что угодно, мне вообще до одного места что-то. Мне будет далеко до пизды, до твоей жалобы в Дискорде, потому что если я покажу демку и покажу конкретные моменты администратору, если ко мне будет какая-то претензия, угроза, то все поймут. Администрации. Все поймут, что уже я был прав. Факт константирую, прям сейчас идут. Константирую, где Константин? Стоп, Костю, позовите сюда, Костю, где ты, блядь? Константирует он. Стоп. Вот и мы давайте, наверное, остановимся и поговорим насчет правила рулабус. Что это такое и с чем его едят? Оно запрещает абузить уже действующими правилами на этом серваке. Охренеть, доступно объяснил, мы все поняли, конечно же. Ладно, поподробнее. Вот есть, например, какая-то недоработка в правиле. Возьмем тот же самый ФРРП. Там же не написано прямым текстом, что вот если вам угрожают оружием, и челик, который вам угрожает, убрал на пару секунд буквально ствол, то сразу же на вас ФРРП перестает действовать. И челик какой-то рандомный, ну возьмем, например, этого дурака, решил додумать это правило и внести туда свой негласный нюанс. Аргументация у таких дураков примерно одинаковая, но я же не вижу то, что там написано, то, что так нельзя делать. Значит, я буду так делать и так можно. Либо меняйте правила, либо идите нахуй. Да, не написано, но раскрою вам секрет, в 23-м году все-таки модно думать головой. И хотя бы немного логически рассуждать, отталкиваясь от ситуации. Но нашему главному герою на это по боку. Он решил вывалить одну из тысячи своих больных фантазий касаемо правил этого сервака за истину, и за это получит наказание за рулабус. Я не угрожаю, я факт констатирую, что иду, заливаю. В чем проблема? Ну да, вот и все. Еще одно правило. Четыре правила. Пятое правило добавьте ему, пожалуйста, ребят. Как-нибудь. Уже 5-10 часов у тебя за угрозу жалобой. Короче, смотри, мы посмотрели демку. Получается такой момент, что возле этого, возле вокзала стреляется этот человек и незримый. Ты подлетаешь, просто смотришь, после чего начинаешь стрелять, получается, по нему. Угу. Окей, что у меня? Ну, а по какой причине ты начал стрелять? Я говорю, я не помню, что у меня из нарушений, конкретно по этому поводу. Ну, так-то фрикил. Фрикил, хорошо. Фрикил плюс сотрудничество, раз начал помогать ему. Пиздец. Чел попал, блядь. Фрикил сотрудничество. Скот ебаный. Посмотришь, что это в таком случае? А чё смотреть? Что он там вывелил у меня? Ролл-абуз, что? Или что там? Какой ролл-абуз, блядь? Это чё, под препаратами какими-то? Скажи, какие я тоже хочу. Конечно, у тебя просто отвратительный микрофон. Ну, у меня отвратительный микрофон, а у тебя отвратительный голос. Дальше что, будешь продолжать что-то выкидывать? Так, ладно. Тут не переговорить. Ладно. Давайте, знаете как, если нарушение администратор нашел по моей жалобе, то как бы вы дальше разберетесь, но без меня. Да, да, да. Мне надо идти. Верните его тогда, просто я ж его не брал. Че у него там выходит, фрикил, да? В общем, говорю, повторяюсь, не хочу душить, но если человек говорит, я не помню ситуацию, хотя она была недавно, то это помеха разборкам. Ну так, чисто, к факту говорю. Че еще раз? Хуево, че? Типа, если я реально не помню. Если там минут 5 назад, то ну типа не верится, что ты забыл. Не считаю, честно, минут 15 это скорее всего назад. Ну ты часы песочные ставь, когда играешь. Может поможет. Так, в общем, у него с вашей разборки выявился фрикил. Переходим к той ситуации, что у нас было. 1,8 плюс 1,31. 1,31 это правило профессии. Ага, хорошо, окей. Сотрудничество. Я понял. Понял. Так вот, прикол в том, что он единственное, что мне говорит, что вот я на тебя типа жалобу подам за разбор своей жалобы. И об этом он говорил кучу раз. Думаю, для этого демка не нужна, потому что вы и так сами это все слышали. Так вот, далее.
Когда я у него спросил то, что, как по-твоему вообще трактуется ФРРП, я ему задал вопрос, типа, по-твоему, ФРРП отключается, если на тебя оружие не направляет в течение там секунды-двух, когда кто-то хочет тебя заковать наручники? Он сказал да. Он сказал да, написал это в чат текстовый. И у него теперь выходит еще и rule abuse, потому что он по-своему трактует ФРРП правила, которое уже предписано в своде правил Беброграда. Далее, ему про угрозу уже сказали, тоже нарушение. Итого у нас что выходит? Фрикил, правила профессии, ФРРП, нон-РП, rule abuse и что там последнее было? И угроза администрации, 2 из. Итого, сколько ему выписывать мне? Рассказал про то, как, оказывается, работает правило ФРРП, что если тебе оружием угрожали, а потом его вдруг убрали на пару секунд, то ФРРП все, больше не действует, можно делать что угодно. Вот, в этом rule abuse. Итого, что у нас? Фрикил, rule abuse, ФРРП. Сколько мне выходит? Неделя. За МРБ. А давай я уже это все сделаю. Принимать удар на себя так полностью. Все, я тебе желаю удачи. Духай бебру. Пиздец. Просто помощь нужна? Нет, спасибо, пока не требуется. Ну русским же языком написано. Блять, я вот не понял, что непонятного. Слез отсюда ты и слез отсюда ты. Давай. Человек, который надо бегом. Почему я должен отсюда слезать? Потому что ГПП второй этаж не общественное место для того, чтобы тут пребывали граждане. Слез раз, так не слез было. Два, ладно, второй тоже. Ладно. Сейчас побольше. Да, ладно. Бля, дай пройти. Как-то ухожи точнее, это бред. Я сейчас прощения, я рад там. И что? Мужчина. А за что ты меня бьёшь? Ну вы не видите, он свои генераторы забирает. Я думаю, это... Это уже давно можно было сделать, спустившись. Бьёшь без причины, да? Без причины бить. А, да, серьезно, без причины, по-твоему, да? То есть ты стоишь, что ты испытываешь терпение госсотрудника, будучи в маскировке, да, блядь? А значит, без причины бью я. Ты попросил меня уйти. Погодь. Ты попросил меня уйти. И я забираю свои вещи и ухожу. Ты это видишь, нахрена бить, придурочный. Ты видишь, что он забирает свои генераторы? Да нехуй их тут было ставить, находясь в маскировке, блядь. Ёбаный в рот. Да, блядь, подай жалобу, давай. Почему ты начал шокать человека, когда он забирал свои раздатчики? Ну, он копошится слишком долго. Можно было спуститься с той территории, про которую я говорил, и уже, когда они висели в воздухе, забрать их там. Он стоит, глаза мозолит. А в итоге выходит то, что у него маскировка. Почему-то нельзя было сразу об этом сказать. Только когда я начал применять шокер, ну, дубинку, я ему ни дамага не нанес, ничего такого. Он тут же снял маскировку, типа, и начинает говорить, ты меня бьешь просто так. Нет, не просто так, я тебя принял за гражданского. Причины бить фактически нет. В смысле нет? Ты копошишься, находишься до сих пор на территории, с которой тебе приказали выйти. Ну, во-первых, еще один админ, потому что я в этом слабо шарю. А что тебя не устраивает, слышишь? Вот что тебя не устраивает? Только не к сарму. Только не к сарму. Почему? Да не, зови кого хочешь. Нет, к сарму там был, потому что поэтому его и не надо сюда. А почему? Ну, он потому что был в той ситуации. Начнем с этого. Ксарма был в той ситуации. И что? Разница какая? Разница какая? Ничего. Ничего. Я у тебя и спрашиваю, и что, какая разница? Слушай, он там был, в этой ситуации. Ну и что ему мешает тогда дать более точный ответ касаемо этой ситуации? Дальше. Что, ебанулись, сука, совсем после Нового года? Салатов переели? Я тебе объясню. Я поставил раздатчики на защиту, на вторую, чтобы было равномерно. А он это видел, по идее, вот. И когда он сказал, я решил их забрать, я делаю их в воздухе, хочу спрыгнуть, он начинает... Ну, я видел со стороны это. Он делал это реально. Реально слишком медленно. Понял, тогда я закрываю ЖБ, потому что, ну, я не могу не верить администратору, вряд ли он будет врать на своей же. И что ты? Гардероб свой, блядь, показываешь? Да, до этого я сказал, то, что я полицейский до этого. Когда ты мне до этого сказал? Как я тебе, блядь, верить должен, если ты играешь за паркуриста, по моему мнению? Ты снял, ты, блядь, маскировку снял только тогда, когда я тебя ударил уже пару раз палкой. После того, как...
Ты переоделся тогда, когда я тебя уже пизданул палкой. Начал мне говорить про то, что я тебя без причины бью. Ты как, совсем не в Минько? Я тебе сказал с самого начала, что я полицейский. Ну вот ладно. А, я, блядь, каждому второму, по-твоему, должен верить, когда мне говорят, что он полицейский. Маньяк, блядь, ко мне подойдет, скажет, да я полицейский, мне нормально, блядь. И все, у меня к нему все претензии отпадают. Но ты же вместо этого решил сделать по-своему. Так зачем ему просить? Ты должен это сделать. Почему он должен тебя вообще просить? Ты же не хочешь получать людей. Он даже не в курсе, что ты гос. А то, что ты в маскировке сказал, что ты полицейский. Просто левый тип какой-то. Тебе просто в лицо начнут ржать и говорить, иди отсюда, хоу, иди пора домой. Хоу. Ебать, это маленький гангстер, а не модератор. Чё тебя не устраивает? Тебе сказали, все, жалобу закрывают. Идите, играйте все, и я тоже хочу. Отпусти, отпусти его, я тебе покажу. Смотри, что мне. Нахуй ты опять демку тычешь, если тебе уже админ, разбирающий ЖБ, сказал, что нету нарушений никаких. Смотри, передвигай блок. Да все, нету нарушения, бро. Он зафиксируется, он может зафиксироваться. Ну да, насколько видишь, я видел, нарушений там не видел. Бля, он не русский, он не русский. Не русский в том плане, что он русского языка не понимает. Жалобу. По причине того, что нарушений там не было. Вина в основном вся на тебе, потому что нужно показывать о том, что ты реальный полицейский. А тебя просить никто не должен. Ну, максимум 2 минуты уделить тому, что Slash Me показал удостоверение КГБ. Нахуй надо, проще жалобу подать. Не, реально проще, там в 2 клика делается. Че, он хулиганит? Я люблю, когда волосатые мужики обмазываются. Генерал, ты что, ебанулся? Я говорю, он хулиганит или нет? Что? Хулиганит он? Пиздак лучше открывает. Пиздак лучше открывает. Какой-то генерал странный, вам не кажется? Ты как разговариваешь со мной, тварь? Ты думаешь, у тебя погоны лучше, чем у меня выше звания, значит, ты можешь свое ебало гнилое открывать на кого попало, да, мразь? У него погоны плюшевые, ты не видите? У него погоны какие-то странные, ткань. Я тебе ебало прокурю, понимаешь? Я об тебя буду бычки вытирать. Набей ебало мне. А я с удовольствием. Ты кафтан снимай свой офицерский, я тебе ебало раскрошу в труху. Ты понял меня, мразь? Давай, блядь, бей ебало сейчас. А я сделаю немножко проще. Понижаем. Туда его. Грязь, грязь. Какое-то слишком токсичное поведение. Слишком. Он еще и убежал, не потянул. Это серф скрипача. Нет, нет. Нормально все, нет у тебя? Стоп, я же... Нет, я же по факту все равно остаюсь этим госом, да? Я же могу там ствол получить. Не? Да! Да ну нахуй. Охуительно. Так, и чё теперь? Я играю... Ох, блядь! Вот это веселуха. Только давайте почитаем для начала. Вдруг я ошибусь, лотерейный маньяк, все дела. Нужно почекать общественные места. Чтобы не нагружать лишним материалом ролик, объясню, что такое. Меня в этот момент забирают на жалобу. Причина жалобы такая, что я челика понизил из-за того, что он не совсем адекватно себя вел на госпрофессии. И вот эта вот сейчас разборка у вас будет на экране. Здравствуйте, за что меня сняли с работы? Что я не так сделал? Что случилось? СБГ был? Он был СБГ снайпер, пишет, что ты его снял здание адекватно. Я знаю, что я писал. Замолчи, я говорю. Что, простите? Я знаю, что я писал в увольнении. Ты тише, тише, чё ты такое говоришь? Разборка ж только началась. Тихо, 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 блять. Что тихо? Я сейчас говорю, я сейчас спрашиваю. Ты, у тебя в качестве причины увольнения была неадекватная, за что ты его... А чё он сотворил? Ну, он за СБГшника. Бля, да давайте третьего чела сюда еще. Третий чел еще, который мне задаст еще один и тот же вопрос. Что я сделал? Подожди, что у тебя с микрофоном? Хуёвый микрофон. Ноутбуковская, это вебка у меня.
оттуда микрофон. Он за СБГшника бегает и орет: я помню пенис большой, я помню пенис говоришь большой. Прямо. Я это пел с челом, который начал это петь. Да мне похуй. Мне похуй, ты играешь за СБГ, у которого вообще-то дисциплинарные взыскания за ним идут. Правил. Что? Давайте так, тихо. Правила, действует правило одного микрофона. Еще раз. Это первое. Еще раз говорю. Так. Я объясняю ситуацию. Да, блядь, вы заебали, сука, нахожусь. Дайте мне объяснить, что вы меня спрашиваете. Заткните, по 300 раз. Заткните, опа, ебало, я вам сейчас обоим мут выдам. Так, говори ты, давай. Дело было так. Нахуй меня тогда спрашивал? Это было между торговым ЦТ. И полицейским участком. Он бегает за профессию госсотрудника, конкретно СБГ. Эта профессия предусматривает отыгровку, ну, такого дисциплинированного сотрудника, во-первых, и он бегает, поет за эту профессию: я помню пенис большой, я помню пенис большой. Типа, охуеть весело, охуеть как весело, конечно, но не совсем нормальное поведение за такую профу. Бегай за бандита, не знаю, за кого-нибудь еще, но не за госа. Кричи на весь, не знаю, центр города возле ТЦ, возле ПУ. Так, подожди, сейчас... Полицейский шеф мусора СБГ. Радочно, ну, я не могу найти там ничего там. Закон, подожди, закон? Ты это только что из головы взял, или ты это прочел в правилах? Мне интересно, что я должен себя как-то специально вести. Ты это прочел в правилах? О чем мы будем, поперек говорить, или ты что-то сделаешь? Может, заткнешь его нахуй опять? Ну что, он, видимо, не понимает. Ты прочел это в правилах или нет? Заткнитесь, блядь. Ты перестал говорить, поэтому нет. Не прописано. Это в правилах не прописано. Ну, я прекрасно понимаю, но... Там не написано то, что СБГшники... Подожди. Там мне написано, что... Хотя, погоди, ну-ка сейчас... Прям... Ну, просто подумать, если госсотрудник, он должен как бы показывать пример адекватности, наверное, не? Нет. Все, что я должен, отыгрывать РП и получать... Что? Я не понимаю, он, блядь, берет поперек, говорит, он заебал уже, сделай что-нибудь. Подожди. Хули же, да? Сталин, продолжите, пожалуйста. Подожди. Тут в правилах ничего не написано, то, что он должен отыгрывать прям серьезного, блядь, чела, который нахуй угрюм, ну и всем ломает ебало. Но я и не говорил то, что он делать должен именно так, как ты сейчас сказал. Просто должна быть какая-то доля адекватности за эту профессию. Ты, вот смотри, жалоба сколько идет? Минут 5, я твое, блядь, вяканье уже минут 5 или около того терплю. Когда ты заткнешься нахуй, дашь мне поговорить с админом. Кстати, да, Фобос, это если что, еще раз... Еще раз ебало откроешь, уже не он тебе выдаст наказание, а я, ты понимаешь меня, блядь, сука, нет? Прекрати меня оскорблять. Так. Сейчас оба нахуй, у меня бан за помеху в разборке, дети умники. Я нахуй сейчас вашу жалобу, я ваш судья нахуй сейчас. Так, Фобос, блядь, еще раз такая хуйня произойдет, блядь. Во-первых, держи себя, блядь, в руках, а второе, еще раз такая хуйня происходит, ты отдаешь бан за помеху разборки. Я понял. Нагибатор, ты у тебя тоже такое идет. Оба срючись, я не понимаю, блядь. Говори. Ну смотри, это... Не ты. Блин, Фобос, нагибатор говорит. Говори, Никней. Давайте договоримся. Заткнись. Чтобы... Блядь, ты заебал. Я просто хочу прояснить, чтобы ты, когда говоришь, ты просто... Подожди на секунду, просто... Я пытаюсь помочь... Дальше ты, блядь, помочь. Кстати, так, теперь давай. Да, вот, СБГ ну, слушай, был. У него был факт? Сейчас тебе возвращаю. Он какую-то хуйню, я вот серьезно какую-то хуйню нес, я тебе отвечаю. Да сейчас, подожди, он продолжит. Ему, ну да, это хорошо. Тут уж выбирайте сами, либо у него нон-РП, либо просто слет с профе. Это кому как удобнее. Собственно, нарушений-то особо нет, да? Да, ну это нон-РП, бро. Ну, не ролевое, не логичное поведение, нарушение атмосферы сервера или выход за рамки определенных профессий. Да, вы можете показать пункт? 1-1. Правила сервера. Сейчас. Окей, 1-1, смотрим правила. Я лицензию кину. F4. Блять. Не, там эскейп и правила прям будет. Слышь, Фобос. Как тебе мой Фобос? Фобос. Я занят чтением правил, подожди. Вот, глянь. Аутфит нужен этот, аутфит. Братан, подожди. Да вот, глянь, справа у тебя на экране. F3.
F3, окей. Смотрю, и что? Ну все, увидим. Ну смотри на лицензию. Смотри на лицензию, и что? А у тебя такой нет. Все, это все, что я хотел. Пиздец. Ну нахуй ты меня отрывал от процесса чтения, блядь. Это называется уже помеха. Помеха раз. Хотя нет, помехи нет. Да нет, он же читал правила, он сам сказал. Ты дочитал? Окей, смотри, я не сказал дочитал, подожди. Это означает ролевая игра, то есть полная частичная отыгрывание. Частичная. Ты... Ну Путин же не будет говорить, я помню пенис. Подожди, стой, это тоже не нормально. В чем проблема? Да, читай дальше. Данное правило запрещает неролевое, нелогичное поведение, нарушение атмосферы... Неролевое, нелогичное поведение, нарушающее атмосферы сервера. Или выход за рамки определенных профессий. Спецназовец нахуй с какими-то двумя бомжами поет «Я помню пенис большой». А, вот обновил, это кстати, вот, блядь. В России даже такого нет, блядь. Ни в одной стране мира такого нет. Ниже есть дополнение, ребята, ниже есть дополнение. Так запрещается убивать забаненных чем-то, кроме кулаков. А это, блядь, как сюда же ебать. Этим смайликом пиздец. Не перебивай. Вот именно. А вот это нет, блядь, я уже сейчас... Это относится к нон-РП? Ты сейчас несешь хуйню. Ну посмотри, блин, я же ни хуйню несу, это буквально там написано. Фобос, у тебя нон-РП. Вот, чекни, вот. Я ты тебе сейчас... читаю снизу, вот, буквально. Блядь, нон-РП, да, и да, это да, входит да, в этот пункт. Так да, запрещается убивать забаненных чем-то, кроме кулаков, то есть... Это уже отдельный подпункт, это дополнение. Блять, подумай логично, это уже входит через другой подпункт. Это данное правило запрещает неролевое нелогичное поведение, это ты сюда смотришь. И понимаешь, то, что ты, блять, за спецназовца нахуй... Пел, я помню, пенис большой. Что ты, блядь, должен ходить с серьезным ебалом и хуйней страдать какой-то? Да, просто да, смотреть человек, на... Человек, послушайте, стой. Человек, принеся присягу, должен вести себя адекватно, так как любой служебный орган. Поэтому... Но всегда люди, которые занимаются... Я уже несколько раз сказал правила одного в микрофон, но Фобос постоянно начинал перебивать. Значит, будет... Таков я. Таков я. Да. Таков ты, блядь, так правила читай внимательно и понимай, что правила одного микрофона просто так водится. Ты своими постоянными перебиваниями меня уже заебал. Сука. Ой, блядь. Во время этажа, первое. Второе, блядь. Ну, на РП профессии, то есть ты за спецназовца, то есть смотри, блядь, если бы какой-нибудь ОМОНовец с двумя бомжами, значит, спеть песню. Чем объяснять уже, банды и все? Члены и, блядь, пизды. Ты понимаешь? Я бью женщин и детей. Я бью женщин и детей. Потому что я... То же самое. Потому что я... Ну, блядь, вот это поедет. А он шарит. Все, отлетаешь за помеху разборки и нон РП. Заебись. Я помню пенис большой. Так, я теперь играю за маньяка. Моя задача кого-нибудь найти и наказать. В принципе, у меня задача такая стоит в каждом ролике, но... Пиздец, блядь. Ну да, вот. Ебать, напал на меня. Что, туда шлюха получается? Да вон, смотри, закладка, он не слушался. Я ему приказывал, он побежал с ножом. Ну, укол съем. Народ, что с дверью? Да. Что, все в порядке? Не понял. Шутим просто. Чего шутим? Аренду платим. Ну, что-то мне кажется, они тут уже... неладное, ребят. Встаньте все трое лицом. Хорошо. Все трое в рядок. А, я еще и бабки с них фармлю, пиздец. Таранов у меня нет, ничего у меня нету, что позволяет мне как-то действовать как полицейский. Но зато я могу легко, как бы, легко законтрить их тем, что я двери умею открывать. О, товарищ, здравствуйте. Да, добрый день. А от кого вы скрываетесь? От кого скрываетесь? Постойте. Пиздец, он оружие достал, ты видел? Скажи мне это с того света, придурок, пиздец, блядь. Ты оружие достаешь, и я тебя фрикину, по-твоему. Добрый день. Что там происходит? Не знаю, стреляй капец. Эй, брат, это я. Здорово. Че тут, камер понаставили? Снимают, что ли? Таймлапс? Че, рейдить будем? Давай. Общага, блядь, рейдят, алло.
Рейдят, вот, вот эта дверь, залетайте, их там трое с оружием все. А че эти ебанаты, нахуя вообще стреляют? Рейдят квартиру они, давайте, спасем человека. Нахуй я вызывал рейд? Зачем? Зачем я это сделал, блядь? Просто непонятно. Я только что увидел в вашем кармане холодную заточку. Это не заточка, блядь, это просто крюк, я его таскаю с собой. На холодное оружие не нужна лицензия. Нахуй тебе крюк с собой, блядь. Я крюк с собой таскаю, чтобы подцеплять всякие мелкие вещи. Я работаю, блядь, кукловодом. Остановись. Холодного оружия. Да ладно, ладно, я остановился. Что? А чё убегаем, чё за неподчинение? А хули вы меня останавливаете? А хули ты так разговариваешь? Тебе колени нахуй сломать или чё? Я тебе сейчас еблет сломаю. Да? Помянем, провокация такая, госсотрудника. А он маньяк или кто, блядь? Чё он так оружие достает? Гражданский, блядь, серьезно. Так, еще раз, кого я ухлопал? А где он? Он чё, ливнул? Нон РПГан и лиф. Нюхай бебру. 1.4. Я сейчас спрашиваю, у меня есть какое-то нарушение у якута? Он говорит, возможно, есть, но оно слишком натянутое, потому что, типа, я гос, я СБГ, штурмовик. Наигрался челик. У тебя получается 6.2Б, нон-РП, нон-РП ган и фир-РП. Сейчас, секундочку. И крофт-РП еще. Какое нахуй незнание правил? У тебя, блядь, дубинка была, ты на меня нападал. А я отстрелил с какого крофт-РП. 1.1 плюс 1.3. Вот весь список правил, которые ты нарушил. Какая нахуй нон-РП? Такая, при том, то, что в тебя уже выстрелили из оружия, и ты должен бояться. Тебе снесли 60 хп. Тебя как бы, ну, блядь... Как бы, ну, блядь, не хочешь выключить? Нет, не хочешь, не хочешь, не хочешь, не хочешь, не хочешь. Почему? По кочану и по капусте, нахуй, вот поэтому. Да, стесняюсь. И у тебя голос уёбищный ебаный. Уёбищный ебаный? Ну, давай ещё пиздани что-нибудь. Пока у тебя есть возможность. Давай. У тебя голос как у уёбища, я правильно понимаю? Что ты не хочешь выключать? Да, 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 ты правильно понимаешь. Ты прям попал в точку. Ты деконструировал мою личность просто максимально хорошо. Или ты скрипач ебливый. Да не, будь я скрипачом, ты бы уже давно обосрался. Иначе откуда ты такую моду взял банить вот так вот вообще, не забирая ни на разборку, не уточняя ничего? Откуда ты, интересно, взял такую манеру, а? Думаешь, я так один делаю? Я так один делаю. Но я сейчас конкретно с тобой, выблядок, разговариваю. Выблядок? Да. Я смотрю, ты вообще охуевший. Да, да, да. Колхозник ебаный, закрой рот. Что ты еще пизданишь? Да сам закрой свои ебаные. Иначе что? Иначе что? Колхозник, ебало закрой. Свинья ебливая, рот закрой нахуй свой. Жил бы я в деревне, тебе бы уже давно... Жил бы ты в деревне, я бы тебе нахуй интернет бы отрубил, чтоб ты, тварь, блядь, в цивилизацию не выходила, понимаешь? У тебя хватит, может, ты приедешь. У меня точно хватит. Хватит? У меня точно хватит. Да какой, блядь, тебе хватит? Ты модерку купил, блядь. Хватит у него, сука. Тебе по 20 рублей дают на обеды? Сколько копил? Полгода? Год? А? Долбоёб. Я точно меньше тебя копил. Ты точно соси заочно. Какой же ты долбоёб. Да, я еще и долбоёб, пиздец. Долбоёб, то есть нарушаешь ты, а долбоёб я в итоге выхожу, да? С уёбищным голосом и микрофоном. Не, микрофон у тебя не уёбищный, я верю, что у тебя микрофон хороший, а вот голос... Причем я это, кстати, уёбищный. Не утверждал, а ты уже в это веришь. Значит, я даже, понимаешь, в этом я батле даже, я уже выигрыша, потому что ты все-таки начал признавать мою охуенность. Блядь, заткни ебало. Иначе что ты сделаешь? Опять АВП достанешь, тварь? Заткни ебало свое перед тем, как ты со мной разговариваешь. Давай, 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 я тебе дам возможность. Хочешь, я прямо сейчас батя позвоню, он тебе спортиков закажет. Давай, прям на сервер сюда приедут. Не, ну, а ты где живешь-то? Адрес тебе скажи. Адрес, так, смотри, Москва. И все? Нет, Москва, смотри, улица Пушкина, дом Колотушкина. Ну все, давай, я жду. Жди завтра у себя спортиков. Угу. А, кстати, Оск создателя, ты знаешь, чем карается?
Чем? Спермачом. Спермой? Спермой на лбу твоем. А мне похуй, лечу в пермач, буду на других перманах. Бля, бро, можно я его на перманент откину? Да я не смогу. Я нашел я эту просто... рыбу, я нашел эту рыбу гнилую. Ешь ее. Уху, захуярь просто. Ух ты. А что он сделал-то? Он дохуя чего сделал, но нехорошего. Удачного антагенеза, мразь. Ну, так ты меня забанишь? Или ты будешь ждать, пока тебе твой скрипач хибливо выдаст суперадминку, чтобы ты меня забанил? А чтобы можно... Чтобы показаться крутым. Ой, ну ты реально крутой малой. А зачем мне его ждать? У меня ж не раздвоение. Все, все, заканчивай серию, бро. Не выдавливай, поехали. Пиздец, безумно уебище. Слушай, я понимаю, тебе вообще донат не нужен на серваке, да? Санитара поставь. Ну, не только модерк. Ты можешь обнулять нахуй. А, ну все, супер. Нахуй. Супер, забираю все. Ты не догадался, кто это? Кто это? Обычный модер, ты убираешь. Это скрипач. Это скрипач. Я тоже скрипач, братух. Я тоже скрипач. Я виолончелист просто. Нет, короче, ты барабанщик, я виолончелист, он скрипач, а вот этот тип, этот бас-гитары, короче, хуярит. Все. Я смотрю, ты вообще не вдупляешь, кто это. Я вообще не понимаю. Ну иди нахуй. Слушай, ты что, шлюха, я твою мать нахуй сандалил в очко. Мне ничего за это не будет. Молчать, ёп. Слышишь, Артурка, я могу его на первом перебанить, если хочешь. У модеров 2 недели максимум бана. Давай, и у тебя за инсалт 2.2. Но там просто можно по красоте вот эти все причины прописать. А у тебя получается 2.2, третий пункт, неделя бана. Вот так вот вышло. Поехали. Зачем ты повелся? Выговор давать ему не надо, просто пусть недельку посидит. Мне якут кидал, как ты там, блядь, джекпот словил с человеком-пауком. Джекпот хуй мне в рот называется, это просто пиздец, а не день был.